Россия и Германия – две очень разные, в то же время похожие страны. Понять это можно, глядя на работы Герхарда Муца. Региональный уполномоченный посольства Германии в Москве приехал в Иваново и привез с собой фотографии. В России Герхард Муц живет 9 лет, и многое здесь стало привычным. А когда-то поездка в Союз произвела на него большое впечатление. Мы ничего не знали об этом. Мы знали, что это время холодной войны. Мы мало знали об этом, когда я первый раз это в 90-х годах. Это для меня не шок, но большими глазами я смотрел. Ой, я из села, из Германии, это и крупный город, тогда это Москва была. Это, конечно, шок, но я не могу сказать, это отрицательный или позитивный, это просто другой мир. По словам Герхарда Муца, некоторые регионы в России очень похожи на Германию. Очарование русских и немецких пейзажей он постарался донести и до посетителей выставки. С камеры Герхард Муц не расстается уже 30 лет и старается запечатлеть красоту окружающего мира. В работах фотографа две разные точки континента, Москва и Берлин, становятся очень близкими. Замысел такой, что показать, что люди везде одинаковые. И ценности у них одни и те же. Вот. И красота мира, она тоже одинаковая. В любой стране, в любом городе, в любом месте. И люди красивые, и Земля, планета у нас красивая. Дни российско-немецкой дружбы в Иванове проводятся 19-й раз. На этот раз символом хороших отношений между двумя странами стала открытая улыбка Герхарда Муца, немца, который стремится разгадать загадку русской души. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.